Твой проклятый корабль прячется, технодесантник. Придержи язык, Авитус. Разуй глаза. Командор, я открыл еще одно послание от предателя. Надо просмотреть его, прежде чем отправлять очередную экспедицию. Как и Марселий, я пытался распознать предателя с помощью наших бортовых измышлителей. И что-нибудь получилось? Вроде бы. Это сообщение было в одном из наших томов передач. Ангелос ищет нас по всему сектору на возмездии. Они знают обо мне. По крайней мере, о моем существовании. Лишь голосовая маскировка скрывает, кто я. Предатель здесь, на борту возмездия. Это один из нас. Нам надо заново включить древний блок управления на борту суда Воронов. Чтобы узнать соответствующие ритуалы активации, надо найти пластинки данных, спрятанные на ближайших палубах. Поскольку действовать придется глубоко внутри космического корабля, возмездие мало чем сможет вас поддержать. Прыжковые ранцы в ограниченном пространстве бесполезны, хотя системы телепортации будут работать. Блок управления хранится в защищенном хранилище. Только ритуалы активации двигателя помогут открыть хранилище и добраться до того, что внутри. На суде воронов полно ксеносов и демонов, командор. Но гораздо опаснее остатки энергии варпа, сохранившиеся на корабле. При длительном воздействии эта энергия сводит с ума даже храбрейших космодесантников. Экспедиционная группа должна вернуться на возмездие как можно скорее. Командор, чтобы попасть в хранилище, вам надо найти древние пластинки данных. Они должны быть в каких-нибудь специальных стойках. Нельзя терять время. Отголоски варпа чуть ли не осязаемы. Надежда, иду! Стой! Засада за трубопроводом! Вы окружены врагами! Пятой роты. Глядите! Сосуд-восстановитель апотекария нетронутый. В нем прогеноиды Бонапарта. Священное генное семя Ордена. Если апотекарий собрал его, почему оставил здесь? Хороший вопрос. Но нельзя пренебрегать возможностью получить генный материал кровавых воронов. Посматривайте вокруг. Ищите другие сосуды или следы присутствия апотекария. Командор, списки гласят, что Бонапарт до сих пор служит в телохранителях Ордена. Может, тогда это... Я очиду! Здесь космос кишит гранитами. Прошу поправки. Эти тираниды дики? Только когда предводителя нет рядом.
Не забывайте, при соединении в синаптическую сеть все тираниды становятся опаснее. Не пусти, покажи мне путь. Первый шаг на пути к разочарованию. Так лучше? Тираниды наносят туда! Надежда, я уже двигаюсь! Осторожнее. Тираниды на борту корабля могли в ходе своего развития приспособиться к среде. Да, я чувствую мощное психическое эхо. Даже сквозь энергию варпа. Не быть, значит, к трубе. Я уничтожу это! Так лучше? Командор, мы здесь не один. Сразу пуля наносит удар!
путь. Варп сгущается, командор! Надо поторопиться! Я уничтожу это! У вас достаточно пластинок данных, командор. Начинаю ритуалы активации. Я уже двигаюсь! Покажи мне путь. Другой павший брат. Ветеран Лукан, тоже из пятой роты. Я и другой сосуд-восстановитель. Марселий, что списки говорят о брате Лукане? Убит во время Каурабской кампании. Я был при Каурабе. Не помню никакого Лукана. Командор, ибо Бонапарта Лукан смогли в экспедиции на борту суда Воронов. Попробую разузнать побольше об этой экспедиции. Орден не забудет ваших сегодняшних подвигов. Иду. Ксеносы в порталах. Приготовиться! Родите! Тираниды наносят удар! Я уже выберу! Все, кто встанет у меня на пути, погибнут! Самый крупный.
Точка захвачена. Вношу поправки. Так лучше? Никто другой не справится. Это моя задача. Потом можем сразиться. Еще один павший брат. И еще генное семя. Сержант Сарпедон, 5-я рота. Еще один член той же экспедиции. В записи предводителем числится Апотекарий Галан. Это объясняет, откуда сосуды-восстановители. Но это не объясняет, почему их бросили здесь. Я вношу поправки. Еще одна дверь. Она мешает нам выйти. На двери пластинка данных. Обнаружены ксеносы. Тираниды! Уничтожить их. Блок управления не должен быть поврежден. Пусть наши враги дрожат. Сегодня победа досталась нам.